Всем привет! Меня зовут Светлана, и сегодня я расскажу вам о самых лучших работающих средствах для волос, которые помогают восстановить даже самые убитые локоны. Сегодня эту подборку я назвала «Долой ножницы», потому что эти средства действительно работают с вашими волосами и восстанавливают их изнутри. И так как я великий экспериментатор, вопрос о восстановлении волос стоял очень остро. Я могла за день сделать две смывки, несколько смывок за месяц, уйти в блондинку, через несколько дней опять в брюнетку, в красный, в розовый и так далее. Поэтому собралась определенная подборка, которая действительно работает, которая действительно проверена временем, помогает вашим волосам не отвалиться и не обращаться к парикмахеру для того, чтобы их состричь. Начнем по убывающей, то есть с шестого места. Шестую позицию плотно занимает вот это средство от Faberlic. Это бальзам-флюид для секущихся кончиков с маслом амлы. Это действительно работающий флюид. Но почему он в конце этой строчки? Потому что посмотрите, какой здесь маленький объем. Артикул его 8967, здесь всего 15 мл. Это крутая, густая масляная консистенция. Вот так она выглядит, видите? Это такое прозрачное маслице, которое действительно круто восстанавливает ваши кончики. Они становятся сглаженными, блестящими, и этот эффект сохраняется даже после следующей помывки волос. То есть такая экстренная терапия. Но здесь его так мало, если у вас густые волосы, то это буквально на два применения. Самый лучший способ его применения, который вот мне показался наиболее эффективным, это после сушки волос. То есть вы высушили волосы, уложили, нанесли на ладони вот это маслице и распределили его по сухим кончикам. Тем самым сгладили их, закрыли чешуйки, и они у вас выглядят достойно, так как будто вы вовсе и не осветлялись. Пятое место по праву занимают средства Avon. Действительно, Avon, как бы я критично не относилась к этой фирме, так же, как и вы, я думаю, но это так. У Avon самые крутые масла для волос, которые я когда-либо пробовала. Да, возможно, здесь есть силиконы, да, возможно, у них не самый идеальный состав, но они очень круто работают на поврежденных и сушеных волосах. Если средство с кератином, значит, оно с кератином, значит, оно делает волос толще, плотнее, сглаживает все чешуйки, волосик лежит к волосику и выглядят они достойно. Здесь уже средство советую применять на мокрые волосы до сушки волос. Заодно и вы будете защищать, он работает прекрасно как термозащита. Самый классный, который мне нравится больше всего, это вот этот вот зелененький, но его снимают с производства, они все крутые. Вот этот с кератином. Пользуюсь уже много лет и могу сказать одно, что вот после этих масел волосы лежат идеально, укладываются идеально. Они мега шелковистые, они потрясающие. И если у вас ломкие волосы, то после этого масла сушка превращается в удовольствие. Волосы практически не ломаются, остаются на месте, поэтому очень крутое средство. Спасибо Avon за это. Четвертое место занимает вот такая вот несмывашка от Liccato. Это серия Smart Blonde. Это термозащита для блондированных волос, которая помогает еще и сохранять на них красивый холодный оттенок. Наносим на мокрые волосы, делаем привычную укладку феном, сушку, да, и восхищаемся своими волосами. Волосы действительно блестящие, живые, подвижные, кончики запаянные, не топорщатся. Ничего не отваливается во время сушки. В общем, действительно хорошая серия у Liccato, вот это вот Smart Blonde. Но вот эта несмывашка произвела прям самое крутое впечатление. И эффект сохраняется даже после следующей помывки головы, поэтому продукт очень достойный. Третье место занимает очень бюджетный продукт от марки «Золотой шелк». Это несмывашка «Гиалурон плюс коллаген», двухфазный спрей восстановления питания с маслом органы, заполнение структуры волоса. Вот согласна абсолютно со всем, девчонки, что написано на упаковке. Есть еще масло в этой серии, заказывала на Аптека.ру, есть эти средства и на Wildberries, и на Озон, но вот самая дешевая цена на Аптека.ру 100 с небольшим рублей, вот такой огромный баллон. Распыляем на мокрые волосы, и прежде чем приступать к сушке, любая несмывашка, девчонки, любое даже масло должно поработать на ваших волосах, об этом стоит помнить, потому что если вы не оставили поработать средство на волосах и приступили к сушке, то будет ломаться все равно. Поэтому распределяем по волосам, можно пройти специальной расческой для мокрых волос и минуточек 5-10 ждем
перед тем, как начать сушить. Когда продукт, термозащита, масло впитается в ваш волос, выровняет немножечко его структуру и напитает, да, чтобы он не отламывался во время сушки, тогда приступаем уже к сушке. Это касается абсолютно всех несмывашек, которые используете перед сушкой феном. Что по золотому шелку? У меня есть и масло, его вам не показываю, потому что не впечатлило. Вообще не впечатлило. А вот эта несмывашка, это просто огонь двухфазная. Послушные, крутые, блестящие, потрясающие волосы. Мне даже девчонки писали под видео, что Света, чем вы восстановили волосы, они выглядят действительно круто. Учитывая то, что они видели все мои эксперименты, несколько раз в месяц меняла цвет волос. Это были светлые оттенки, как они у меня не отвалились. Вот все благодаря вот этому вот средству. И не только им. Буду рассказывать дальше. Второе место занимает кокосовое масло. У меня вот такое от Organic Zone. Кокосовое масло — это уникальный продукт. Нам нужно настоящее, лучше не рафинированное, у меня рафинированное, но и оно круто работает. Мы можем его использовать как самостоятельно, но обязательно подогревая. Подогретый продукт работает гораздо лучше на ваших волосах. Но кокосовое масло, оно само по себе твердое, поэтому нам так и так нужно его разогревать. До температуры градусов 30-40, то есть чтобы это было терпимо, если продукт попадет вам на кожу головы. Можете использовать его вместе со своим любимым бальзамом для волос или маской для волос. То есть смешивать 50 на 50, либо кокосового масла чуть-чуть поменьше. Тоже подогреваем, наносим на волосы. Наносим на волосы, ходим какое-то время, от 20 минут и больше. Потом смываем шампунем и радуемся красивым, шелковистым, напитанным, восстановленным волосам. Я даже показывала вам рецепт ламинирования волос, где тоже было кокосовое масло. Можно сделать такую масочку. Кокосовое масло, бальзам или маска для волос и желатин. Желатин мы подогреваем, чтобы он как следует размешался. 6 ложечек воды, по-моему, на 3 ложки желатина, что-то так. Добавляем потом масочку к этой теплой горячей смеси, кокосовое масло добавляем и все это наносим на волосы. Тогда у вас вообще будет эффект ламинирования. Раз в неделю, раз в 10 дней можно делать такую процедуру, вы просто не узнаете свои волосы. Они будут плотные, они будут толще, они будут за счет этого объемнее, красивее, лучше, никакой пушистости, каждый волосик сглажен, но при этом форма и объем на ваших волосах будут держаться. Вот такую крутую маску можно сделать с кокосовым маслом, вам очень рекомендую попробовать и вообще заиметь кокосовое масло, хотя бы самое дешевое из Фикса, и пользоваться им хотя бы изредка. На первом месте и вполне заслуженно для меня находится вот эта недавняя новинка от Yves Rocher. Это крем, уход для восстановления волос, который тоже не требует смывания. Это действительно наикрутейший продукт. Просто наикрутейший. После последнего осветления у меня практически отваливались волосы. И, о чудо, я решила попробовать вот этот крем от Yves Rocher. Мне больше всего понравилось наносить его на сухие волосы, то есть вы нанесли какую-то несмывашку, сделали привычную укладку, потом распределили небольшое количество этого белого крема, здесь совершенно небольшой расход, между ладонями и прошлись вот так по своим кончикам. И все. Они живые, они здоровые, они выглядят потрясающе. После того, как прошлись по кончикам, еще хорошо прочесать их расческой мелким гребешком, да, чтобы волос как следует впитал средство. А впитывает волос сухой моментально этот крем, просто моментально, и волосы становятся красивыми, гладкими, кончики я имею в виду. Я прям вот на самые кончики наношу, ближе не подступаю. На самые кончики как следует напитать, и все, и огонь. Они здоровые, они блестящие, они живые, как будто вы над ними никогда и не издевались. А именно после применения вот этого бальзама, крема несмывашки, было самое большое количество комментариев под моими видео, что я сделала со своими волосами, как их восстановила. Вот это фаворит мой на сегодняшний день, я ставлю ему 10 из 10. Он действительно круто работает на волосах и помогает избавиться от ломкости, от пересушивания. И если вы хотите или пользуетесь утюжками или плойкой, то вот перед применением обязательно советую наносить вот этот крем. И тогда ваши локоны или распрямленные волосики, да, после утюжка будут выглядеть вообще как ламинированные, просто потрясающе.
Все те средства, которые озвучены сегодня в видео, проверены месяцами, а некоторые и годами. Поэтому могу с уверенностью сказать, что они работают. Ни одно из этих средств не делает ваши волосы излишне пушистыми, потому что действительно есть большое количество средств на рынке, которое одновременно с уходом за волосами делает их пушистыми, излишнюю пушистость. Да? Ну вот и все, мои хорошие. Вот такая подборка из 6 самых лучших продуктов для убитых волос сегодня у нас с вами получилось. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока-пока. Берегите себя и свои волосики.